Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатитусовщица молодежная. Ну да, есть еще порох в пороховнице, я еще и не такое могу, да? И сегодня мы находимся там, где все дети съезжают жить отдельно от своих родителей уже в 12 лет. Сегодня мы находимся там, где каждый день тусовки, вечеринки, музыка, танцы, девочки, мальчики и просто райская жизнь и райское наслаждение. И сегодня мы находимся там, где все постоянно на чем-то хайпят. Там, на отношениях, на расставаниях, на дружбе, там, на беременности. Да, кстати, Катя беременна, если вы не знали. Ну я поняла, где мы. Мы ж в Звенигороде, ну точно, я помню сразу, как мне 12 стукнуло, я такая: мам, пока шмотки собрала, приехала в город тусовок, там хайп, тут какие-то разборки, там вечеринки, это была просто райская жизнь. Все верно, как бы ты говоришь, да-да. В смысле? Ты в 12 лет от мамы съехала? Ну да, а чё, нельзя что ли, это ж Звенигород, тут все можно. И то есть ты была с мальчиками на вечеринках, на тусовках всяких? Ну, было дело, а что? А мне ты почему об этом не рассказывал? Я никогда не был в Звенигороде. Потому что ты вот и жизни-то не видал, по сути. Мне было 12, мне тогда было можно. Вот так и заканчиваются отношения, на вот такой ноте, когда ты узнаешь что-то новое от своей девушки. Всё, Кать, мы с тобой больше не встречаемся. Ах так, тогда мы расстаемся. Если что, мы расстались. И это не хай. Нет, это все чистая правда. Я вот прям в душе не чаю, что это за деревня, что это там за огроменное какое-то здание за вот этими деревьями находится. Но не успели мы зайти в Майнкрафт, как вот этот бог Майнкрафта сказал иди сюда за мной, то что Звенигород! Это тогда получается, слушай, Кать, я последний раз на дискотеке где-то был, это наверное, 8 класс был, в школьной столовке, вот меня туда позвали на дискотеку, и я там примерно полчаса сидел на стульях и не танцевал, потому что я на дискотеках всегда не танцую. Зато сейчас оторвемся на старости лет, получается! Слушай, ну реально, ну ведь Звенигород город тусовочный. Сейчас пойдем с тобой в ночной клуб. Какой-нибудь сок с тобой выпьем. Мы как запляшем, такие хоп-хоп-хоп. Все, погнали быстрее, я хочу танцевать. А это что тогда получается? Впервые за весь сезон вот этого Майнкрафта, но бог Майнкрафта нас отправил в горы, чтобы мы с тобой наконец-то потусили. То есть мы сегодня просто отдыхать тогда будем, получается, да? Ну так это же райская жизнь. Тебе прям в самом начале об этом и сказали. Поэтому все, давай вот это вот отбрасывай свои коньки, как говорится, и тут. Тусить. Да, я уже 5 магнитофонов нашел, смотри. Сейчас музяку подрубим, тусить на улице будем. Так, давай дальше сюда пойдем. Заходи, смотри, что там внутри, давай быстро. Эй, так, сундучок, а в нем у нас айфон. 2 штуки! В смысле айфон, 2 штуки, а ну, подожди. Один мне. Просто 2 айфона в сундуках валяются, Кать! Так. О, круто, хоть в реальной жизни будет айфон проспоренный. Так, да, давай дальше. Ты вот сюда в правый дом сюда топ, а я туда в левый сюда посмотрю, что здесь находится. А можно еще один айфон, пожалуйста? Курица, кричалка и 6 штук шаурмы. Слушай, иди сюда ко мне, я что-то не понимаю, что это такое. Иди сюда быстрей. Так, подожди, а что у меня? Смотри. Дай мне эту штучку уже. Держи, только не беси меня, пожалуйста, ею. Так, а у тебя что здесь находится? Очки. Просто очки! На, надень тогда, будешь красивой. Ты уверен, что со мной ничего не случится, если я их надену? Ты просто обычные очки наденешь, давай надевай. Да подожди, ты это самое, дай это время. Эк, о! Ой. А чё ты мне всунул-то? Ну нафиг, на, сам надевай такие очки. На! Чё? Обычные очки! На, сам надень и посмотри! Я тебе больше так доверять не буду! Опа! Вот оно, что такое? Так, ну, не, вот это мне точно не нравится. Так, давай я это отложу. Слушай, ну это реально, сколько всяких приколюх в этом городе. Курицы, кричалки, очки всякие, перевертыши вот эти. Так, давай тогда, а ты заметил то, что везде какие-то камеры находятся? И везде вот эти гринскрин, вот это хромакей находится. Так, доширак. О, это мне, это я люблю. 12 дошираков, держи.
Офигеть, слушай, это прям все как реально в подростковое время. Дошики, кока-кола. Кстати, еще кока-колу бы найти, было бы вообще кайфово. Кайф. Слушай, Кать, а тут сцена какая-то. Тут, походу, вот эти концерты проходят каждый день. Ты помнишь, что это было в Звенигороде или это новое что-то построили? Не-не-не, такое точно было. Живые концерты, певцы, вот это вот все. Слушай, прикольно. Ну, значит, вечером тут точно что-то будет. Вечером тут концерт будет 100%. Так, слушай, а может мы тогда отправимся в этот огромный дом? Ты помнишь, что там в этом огромном доме было в самом начале, когда ты здесь была? Нет, вот такого огромного дома я там точно не помню. Это что-то вот явно новое. Так, я тебе предлагаю еще вот в этот дом забежать, посмотреть, что тут внутри. Возможно, здесь тоже будет еще один айфон. Фиг его знает. Так, магнитофон и везде камеры. Просто в каждом доме камеры. А здесь у нас микрофоны. Че это? О, а вот и кока-кола. Я же говорила. Забирай кока-колу. Я говорю, микрофон. Просто микрофон нашли. Ладно, это очень... Мистер Крипер! Это неожиданно собака подкрался. Так, я тебе предлагаю... Большой дом пойти и взглянуть, что там внутри находится. Не, ну конечно надо, пойдем. Огроменный, просто огроменный. Ты смотри, везде камеры, вот это видеонаблюдение здесь повешены. Так, ладно, ага. Смотри, дверной звонок. Так, так здесь, походу, все вот эти тусовщики живут, они, походу, днем просто спят, а вечером выходят на тусовки, поэтому никого днем нет. Так, ну давай тогда... Нет, я позвоню. Я хотела нажать. Ну звони тогда! Прикольно. Еще разочек. И еще разочек. Слушай, там, походу, все спят реально. Да ядрать колотить! Да ты, вот, ты, просто давай открываем и заходим в этот дом, что мы будем вот это с ними возиться. Так, а я, походу, его знаю. Пупок? Хей, бро, ты чё такой вялый, а? Какой я тебе вялый, пупок! Так это пупок! Ну, слушай, это пупок, который пупок, который наркоман Петрович, это ты... Да я вижу, что это пупок! Так, я чё, сейчас я вообще ни черта не понял. Если ты не против, это подвинься отсюда. Я взгляну, где ты здесь живешь, в Звенигороде. Печенька! А это синеволосый, это что, Никич? Это Никич! Конечно, бро, заходите в наш хаус. Какой нафиг хаус? Погоди, мы в Звенигороде, тут этот молодежный сленг в привилегиях, поэтому ты не удивляйся. Так, а это у нас на кухне кто? Банан, это ты? Карась на земле наелся и спит. Карась, это ты чё, я на тебя наступил только что. Так, подожди, а чё вы все здесь к чёртовой бабушке забыли-то? Это какой-то пранк, походу. Так мы... А вот где вы отдыхаете, когда мы ролики не записываем. В Звенигород приезжаете и тусы здесь устраиваете. Так ты с ними тусовалась, когда тебе 12 лет было, да? Да когда мне было 12 лет, их еще даже... Они не родились! Нет, ну, ребят, все, конечно, очень круто. Вы молодцы большие, танцуете, там тусите. А мы пойдем, мы вам тут не будем мешать. Мы, наверное, заблудились, не в ту деревню-то зашли. Не в тот хаус зашли, извините. Не в тот хаус мы зашли, походу. Ладно, когда мы будем с вами ролик записывать, я вас всех позову. Хорошо, давай, банан, Никич, печенька, все, давайте, пупок, отдыхайте. Все, пошли. Ой, провожают. Провожают, ну, мы пошли. Все, давайте, отпускайте. Ну, да, ответьте, что вы все перед входом-то стали, господи, отодвиньте. Тот, кто вошел в ТикТок-хаус, больше из него не выходит. Мы одна семья. ТикТок? Чего? Так вот почему он хаус называется. Потому что это ТикТок-хаус. Просто, ребят, да выпустите нас, пожалуйста, вы же знаете, что я ТикТок вообще терпеть не могу, нам здесь делать нечего, я вам ничем помочь не смогу, все, дайте, я пройду, пожалуйста, ребята. Это, конечно, хорошо, то, что вы ТикТок-хаус организовали и мне даже ничего не сказали, так вот почему они здесь пляшут, так вот почему по всему городу камеры, микрофоны, магнитофоны вот эти сраные, потому что они ролики вот ТикТоковские каждый день записывают. А курица-кричалка им зачем? А вот курица-кричалка им зачем не нужна? На счет раз, два, три разворачиваемся и сваливаем отсюда, ага. Все, давай, раз. Три, погнали, да, погнали!
Тик-ток, ядрить декоративный хаоса! Звенигород! Так, конечно, конечно! Сколько там 10 лет назад этого тик-тока еще в мире даже не существовало! Так, сюда! Заходи, дверь, закрой дверь! На второй этаж, да мне да куда ты в сундук-то хотела залезть? На второй этаж, давай вот сюда! Вот здесь! Ай, подожди, что ты толкаешься-то? Так, тик-ток, ядрить, колотить, хаос! Наркоманский петровичный хаос просто в Звенигороде! Так, а вот, чё это? Слушай, вот я, конечно, благодарен то, что нас Майнкрафт, вот этот бог Майнкрафта впервые в жизни в тусовочный город отправил, но я хочу отсюда свалить как можно скорее. Да я вообще тиктоки не умею снимать, не хочу снимать и не буду снимать, не-не-не. Получается, что у нас удалось от них убежать. Видишь, они даже нас не замечают, танцуют вон. О, походу устали. Конечно устали, ты посмотри, рассвет уже, солнце, вот это вот, они пошли спать, тусовщики. Вот, так походу, наше время сдрыснуть с этого тикток-города и больше сюда никогда в жизни не возвращаться. Тиктокеры сраные, а я-то думал, то, что мы с ними ролики просто записываем, они еще параллельно, походу, в этом Звенигороде живут как пол... Не-не-не, они, походу, нифига не спать пошли, как мы с тобой подумали. Так, ребят, отходи назад. Тихо, да тихо, ребята, мы сейчас, давайте с вами просто спокойно поговорим. Печенька, просто мы с вами всеми поговорим. То самое главное, мы не хотим быть тиктокерами, но и вам мы тоже не запрещаем ими быть. Просто отпустите нас, идите нафиг в жопу, а? Да, давайте, чтобы каждый был самими собими, чтобы он был оном, а она аноном, и, в общем, все. Уходите. Чё ты сейчас сказала? Ну я на их языке сказала. Карась! Ты чё наделал с Катей? Зачем меня связал? Я ничего делать-то не могу, я даже пошевелиться не могу! Так, меня не надо! Вот это подстава! Чё, они меня тоже связали, что ли? Да? Вы посмотри, твои друзья, эти наркоманы Петровичи, что они с нами сделали? Куда ты поскакал? Японский вот это горнолыжник! Да вы вообще офигели, наркоманы Петровичи! Тикток должен быть в свободном доступе! Кто хочет, кто не хочет! А вот так, как вы делаете, так нельзя! Я же вас всех с команды просто нафиг выкину, и больше вы не будете с нами ролики записывать, вот и все! Еще не поздно! А нет, уже походу поздно. Я слепла. Так, чё? Они мне на глаза повязку надели, Кать! Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот вы чего наделали, а? У меня, между прочим, макияж на глазах. Как я теперь вообще на мир-то глазами смотреть буду нормальными, а? Слушайте, наркоманы Петровичи, еще не поздно одуматься. Я не знаю, что вы там с нами делаете, пока у нас глаза завязаны. Но если вы нас куда-то ведете, пеняйте на себя. Я же когда-нибудь развяжусь в этой жизни. Снимите повязку. Вы мне реснички загнули все. Кать! Чего тебе? Они с меня маску-то не сняли! Карась, сними повязку с Кати! Так, чё? О, вижу! Они нас в тикток-хаус притащили, собаки-то такие! А почему мы так далеко друг от друга и почему прям передо мной камера стоит? Так, ребят, объясните, пожалуйста, что вы от нас хотите, а? Кто живет в тикток-хаусе, обязан снимать тиктоки каждый день? Я как будто в самом страшном сне. Так вот оно! Так они просто хотят, чтобы мы с ними тикток записали! Так это можно было сразу, с самого начала, нормально сказать, а не связывать нас! Все, развязывайте тогда нас, Катя! Сейчас тикток будем записывать, да, Катя? Ничего не буду я записывать! Чё, тебе сложно тикток с ними один записать? Это же легкотня! Вот если ты хочешь, вот пусть вот его развязывайте, пусть он с вами и снимает! Так вот развязывайте меня, вот я сниму, вот сейчас я с ними сниму, они меня выпустят, а ты так и будешь тут связанный сидеть. Все, давай печенька развязывай. Так и вот и буду сидеть. Так, и все, смотри, опа, я могу сейчас ходить, а ее пока не развязывайте, если она не хочет. Так, включайте тогда музяку, и только не говорите, что мне надо будет что-то петь. Ну давайте тогда записывайте там. Эта девочка с картинки, мне так нравится в волосах ее резинки, только не делите нас на половинки. Я не знаю текст, но я что слышал где-то там, где вот это я в рекомендациях, я это и пою. Это, кину его в чес, вот это покинула чат, ты мой краш, либо я, либо никто, мой шантаж, это типаж. Какой кошмар, как отсюда упрыгать, где выход, ребят, помогите.
Да чё вы, всё, я на месте стою, господи, помилуй! Всё, я тебе говорю, ну легкотня же! Я записал всё, ребят, я могу идти, я могу, ну вот! А я вообще-то тут ещё связанная стою! Ну тогда ты или записываешь ТикТок, сними, мы отсюда уходим сразу же, как только ты ТикТок запишешь, или будешь здесь до конца жизни связанной. Да ладно, всё, развязывайте, сейчас что-нибудь запишем. Кошмар какой! Фух, аж дышать легче стало. Все, давайте, включайте музяку, Кать. Начинай танцевать и можешь петь, вот. Все, давайте, записывайте ТикТок, быстро. Слушай, ну я даже слов не знаю, вообще никаких, да как мне быть. А можно просто танцевать, пожалуйста? Я вот танцую хорошо. Смотрите, вот так вот, оба, и погнали танцевать. Оп, ча-ча-ча-чат, оп. Подскажи мне слова какие-нибудь, эта девочка кокетка, стреляет сердце метко, сладкая конфетка, как карамелька. О боже мой, все нормально? Ну хорошо, у тебя получается, давай еще что-то спой, быстро, прям под конец спой, давай. Ее бокал полон икса, она скрывает свое лицо, боже. Ну все, бразеры и сестры, вот это мы вялые прям уже в хламину, мне кажется, надо go to sleep. Мы целый день танцевали TikTok видео, вот это рекординг записывали. Все, Кать, пойдем с нашими бразерами переспим, ну в смысле поспим ночью. Ну все, да, мы теперь с вами вообще в одном хаосе тусить будем, каждый день записываться. Где наши койки? Вот у них тут TikTok спальня, TikTok вот это Dream Team. Все, давай тогда, ложитесь спать, мы тоже куда-то ложимся, Кать. Давай вот сюда. В угол, розовенький. Вот сюда, иди. Все, вырубаемся спать. Опа. Все. Че делаем? В смысле, что делаем? Я вообще думала, ты хочешь здесь жить, остаться. Ты что, ненормальная, что ли? Я в ТикТок-хаусе хочу. Нет, они сейчас уснут, и мы и свалим. Вот Никич проснулся что-то. Сейчас Никич уснет, и мы свалим отсюда. Вот этот отличный просто план, это вот я уже готовился туда сгореть, то, блин, лучше сбежать отсюда скорее. Какой? Так, давай, так, короче, давай, пошли. Ой, нам чё-то не спится, мы пойдем ночной ТикТок на улице запишем и вернемся, бразер, не скучайте. Банан, не скучай, ложись спать. Так, пиццу заберу, захомячим, за целый день можно перекусить что-то, все, пошли. Ой, какой кошмар, побежали скорее, пока они не проснулись. Печенька уже проснулась. Так, все, валим отсюда, с этого ТикТок, Зеленоградская, Зеленогорская, Зеленобая... Звенигорода! Звенигорода, нафиг, какой... Как вы вообще сюда попали с тобой сегодня? Откуда бог Майнкрафта вообще про ТикТок знает? Это точно проделки подписчиков, я уверена. Эта девочка с картинки, мне так нравится в волосах ее резинки... Слушай, я тебе сейчас от этой курицы по башке ударю, честное слово. Только не делите нас на половинки. Ты куда в шахту побежал, дурачок?